Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 239, из раздела «Деление десятичных дробей». Решаем задачу. Задача А. На упаковке товара указана его стоимость и масса. Сколько стоит 1 килограмм этого товара, если 1,5 килограмма стоит 54 рубля? Для этого мы 54 разделим на 1,5. Перенеся запятую на один знак вправо, мы 540 будем делить на 15. При этом получаем 54 на 15 берем по 3. Деление 3 умножаем на 15 будет 45. 54 отнимем 45 будет 9. 90 делим на 15 берем по 6. Итого у нас получается 36 рублей стоит 1 килограмм товара. Сколько стоит 1 килограмм товара, если 400 граммов его стоит 25 рублей? 25 разделим на 0,4. Переносим запятую на один знак вправо. Получаем 62,5. Такова стоимость 1 килограмма товара при условии, что 0,4 этого килограмма стоит 25 рублей. Задание Б. Цена некоторого товара 9,8 рублей за килограмм. Сколько купили этого товара, если за покупку заплатили 34,3 рубля? 34,3 делим на 9,8. Переносим запятую на один знак вправо. 343 делим на 98. Мы получаем 3,5 килограмма. Такова масса товара, который купили. Сколько купили товара, если заплатили 4,41 рубля? 4,41 делим на 9,8. Перенеся запятую делимым и делителем на один знак вправо, получаем 44,1, деленное на 98. В итоге у нас получается 0,45 килограмма. Столько товара купили. Возникли вопросы? Оставьте свои комментарии под видео.